Кто в детстве не мечтал о своем личном маленьком динозавре? Я лично мечтал. В 28 лет мечта наконец-то сбылась. Знакомьтесь, этого малыша зовут Плео, и он самостоятельный робот. Его внешность заимствована у детеныша карманозавра. Так он кушает, да? Да. Ну, прям хрустит, слышно. Все, наелся. Получается, он получает от этого энергию. Да. Вы не поверите, но Плео запрограммирован так, что проходит несколько фаз жизни. Рождение, детство и юность. Третий период длится бесконечно. Специально созданный для этого робота искусственный интеллект позволяет ему существовать как настоящее живое существо. Сейчас расстроится. Подумал, что он проиграл. Он когда проигрывает, он расстраивается. Давай еще раз будешь? То есть с ним как с живым существом, да? С домашним питомцем. Он очень много расстраивается, если у него что-то не получается. Давай еще раз. Давай еще раз. Да, но здесь как живое существо, у него заложено 50 эмоций, он реагирует на все по-разному. Он автономен, он как бы сам по себе существует. Он может испытывать агрессию, он может испытывать радость, если его поиграть, повеселить. Правда, что он, ну, действительно умный, да, и, допустим, со стола или с какого-то другого места он никогда не упадет. Да, это правда, он не лишен инстинкта самосохранения, он у него есть. Если его, когда научится ходить, опустить куда-то гулять, он не врежется ни во что, не упадет, поймет, если там склон или пропасть, он все уйдет. Вы можете научить питомца откликаться на голос и выполнять команды. Кроме того, у него под кожей установлены специальные термодатчики. Он может перегреться или, наоборот, замерзнуть. А заботиться о нем должен уже сам хозяин. А у него везде датчики, да? Да, да. Они по всему телу, и на спине, и на животике, и на голове, и на подбородке, и на плечах. Реагирует на любое, да? Если несколько сразу каких-то точек, он по-разному реагирует. Сейчас Плео еще совсем малыш, он только учится запоминать свое имя и узнавать хозяина. Специально по многочисленным просьбам посетителей выставки «Роботека» для динозавра завели инстаграм-аккаунт, куда выкладывают самые яркие моменты его жизни.